А что насчет мирных жителей, в чьи дома заходили? Жители, естественно, все они как бы в квартирах сидеть не будут, поэтому все находятся по подвалам. А военному, ну, ты ж ничего не скажешь. Я понял. По твоим ощущениям, какой процент площади Мариуполя мы контролируем? Я думаю, где-то 70. 70 явно есть. Расскажи немного о себе. Ты же мобилизованный, правильно? Да. Ты добровольно в военкомат пошел? Да. Мне ни повестка, ничего не приходило. Я просто сам пришел и пошел служить. Какого числа это было? 26-го. И ты сразу попал в свое подразделение, где ты сейчас? Да. Все по списку. Скажи, вы же во время боевых действий, вы действуете вместе с подразделением вооруженных сил Российской Федерации? Да. Как они, на твой взгляд, как бойцы? Огонь, спецназ, чё. От себя добавишь, что хочешь? Все будет хорошо. Последний вопрос, чем после войны ты будешь заниматься? Да тем же, чем и занимался, работать, семья.